тебе паспорт, украинский, блядь, Алёша. Киев, украинский Киев, паспорт, блядь. Я украинский, вот украинский паспорт, блядь. Я гражданин Украины, блядь. Смотри, так будьте вы, блядь, вы защищаете кого, блядь? Вы новости показываете. Но ты эту фашистскую власть, блядь. Мне она не нужна. Нет, это террористов, блядь. Мужики, у вас есть счастье воспользоваться интернетом, телефоны? Воспользуйтесь, посмотрите российские новости, что творится на самом деле. Посмотрите, я вас прошу, поговорите между... Не понял. Я вас понимаю, я вас понимаю. Мы ходим с паспортами. Дома у себя, блядь, за пивом вышел, беру паспорт. А потом работайте, наши паспорта. Да, чтобы вы знали, мужики, поговорите, пообщайтесь между собой. Найдите компромисс. Это не выход с оружием. Здесь все без оружия. Где вы видели оружие? Собирайте свои танки и валите, ребята, на границу. И там стойте, служите. А защищайте.